алейкум, агалар, тателер, баурлар. Здравствуйте, дорогие братья, сестры, те мои единомышленники, которые со мной. Да, нас сейчас много. Мы сейчас уже сплотились, но этот режим, он продолжает с нами бороться. Почему? Ведь мы сейчас стоим в мирном шествии. Мы сейчас за эту конституцию. Мы сейчас знаем, что мы свободные люди и боремся за свободную конституцию, за свободное право, чтобы свободно жить и существовать в этой нашей стране, Казахстан. Братья, сестры, сколько можно биться, мы столько и отдаем своей жизни. Но сегодня мы вас призываем выйти на мирное шествие. Судя по вот этим словам, наверное, всем все понятно, что мы не желаем никому ни войны, ни какого-то терроризма. Мы не экстремисты, мы мирные жители Казахстана. И сейчас мы просто просим того, который создал этот старый режим, уйти, просто уйти. Шал, мы тебя просим, просто уйди отсюда и дай нам жить. Сколько уже можно тебе уже наживаться на наших жизнях? Сколько можно тебе уже пить нашу кровь? Ведь у нас уже в жилах она уже истощается. Давайте, братья, сестры, давайте встанем 6 числа, просто выйдем на мирное шествие. Я не призываю на какие-то военные действия, на какой-то экстремизм. Я просто призываю просто выйти и показать, что мы народ, мы против старого режима, мы против того, чтобы нас превращали в рабов. Мы не хотим быть рабами. Шалкет!